Работа общественного транспорта в Симферополе – один из главных пунктов повестки дня совещаний столичной администрации. Власти ищут возможности исправить существующие проблемы, внедрить новые маршруты, внести коррективы для большей эффективности и, конечно, приобрести дополнительные автобусы. Как раз сегодня в Рио главы администрации Симферополя Наталья Маленко отправила в первый рейс новенький ЛиАЗ по маршруту номер 6. Вместе с ним теперь на балансе города 148 автобусов. Вчера еще выходило 88. Самое главное, что сегодня автобусы выходят на маршруты, где горожане ждали их час-полтора, а иногда не могли дождаться, вынуждены были брать такси. Сегодня вот мы поедем на таком маршруте, шестерка – это пневматика. Хочется посмотреть, как это будет на самом деле выглядеть. Из 50 купленных в лизинг автобусов работать будут лишь 44. Остальные 6 – резерв на случай непредвиденных ситуаций. Всего благодаря новым маршруткам власти намерены привести в порядок 18 направлений. На каждое из них добавят как минимум один состав. Это позволит не только стабилизировать расписание, но и сделать салоны свободнее. Уже в следующем году власти намерены произвести серьезную реконструкцию системы общественного транспорта. Появится еще сотня автобусов, а также изменятся маршруты. Некоторые направления будут предусматривать пересадки, причем неудобств это вызывать не будет. Сейчас администрация над этим работает. Это есть определенная система автоматизированная, да, когда человек в течение определенного времени может воспользоваться несколькими видами транспорта, да, при этом заплатив только один раз. Решение вводить политику пересадок из автобуса в автобус позаимствовано у других городов. В Симферополе также не всегда возможно создавать прямые рейсы. Приходится пользоваться сразу несколькими маршрутами. Кроме того, власти намерены всерьез заняться обеспечением качественного общественного транспорта не только Симферополя, но и населенных пунктов рядом с ним. Например, Молодежное, Лозовое, Родниковое. Ведь добраться до работы порой невыполнимая задача. Никита Егоров, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.